Россия! Люди пришли на митинг, чтобы выразить поддержку российским военным, вставшим на защиту мирных жителей Донбасса. Мы, жители Республики Тыва, активно поддерживаем наших военнослужащих, принимающих участие в военной операции на Украине. Ну и сегодня принимаем митинг в поддержку наших военнослужащих. Решение лидера страны Путина стало судьбоносным для жителей Донецкой и Луганской народных областей. 8 лет они страдали от военной агрессии украинских нацистов. Сегодня бой им дают наши солдаты. Данное решение было принято своевременно, это все уже знают. Лозунг наш только один. Это сила в правде. Мы победим. Своих не бросаем. Россия вперед! В предфронтовых госпиталях жизни раненых солдат спасают врачи-добровольцы из Тувы. В зону спецоперации выехали опытные воины-добровольцы. Жители Кызыла собирают гуманитарную помощь, отправляемую нашим солдатам и беженцам. Сегодня мы здесь собрались, чтобы еще раз показать свою поддержку нашей армии, поддержку нашего президента, чтобы наши руководители знали, что во всех регионах, и в том числе в Республике Тыва, поддерживают вот эту специальную операцию. Россияне по всей стране едины в желании помочь населению Донбасса. Даян Данцирюн, Буян Оюн, Айдана Сенденма, Тува-24.